Здравствуйте, друзья! Эпопея по шитью медицинских защитных масок у нас продолжается. Сейчас я покажу, хочу вам показать, как я буду шить еще одну масочку. Вот такая у меня ткань. Это тоненькая-тоненькая джинсовая ткань. Здесь у меня размер. Здесь 16 сантиметров. Вот так вот идет 16 сантиметров. А здесь идет 23 сантиметра. Чуть-чуть больше, чем 23 сантиметра. Это середина у меня. Так, здесь это у нас будет верх. А здесь будет низ. Здесь будет под бородой. Так вот, теперь я хочу... Здесь вот немножечко уберем сделаю небольшую складочку, это будет под бородой. Это будет очень простая, очень даже простая и легкая в шитье маска. Я прошила маленькая здесь, совсем маленькая выточка. Так, дальше моя работа. Здесь вот на вот этих сторонах я сделаю сейчас вот такую вот, соберу ниточки, соберу ткань до 5-6 сантиметров. Я проложила здесь строчки, потом я это буду все собирать. Ткань это у нас тоненькая, поэтому я буду делать здесь подклад. А подкладчик будет вот такой, из такой белой ткани. Это будет как подклад здесь. Это все прострочится, здесь у меня прострочится, и вот здесь я тоже прострочу. Можно руками пришить, а можно просто на машинке пристрочить. На машинке будет быстрее. Так, я прострочила этот подклад. Теперь будем вот сюда я... подкалывать и тоже прострочу. С одной стороны и с другой стороны. Так, вот теперь у меня получается вот такой кармашек. Так, друзья, я маску закончила. Так, что я сделала? Вот теперь у меня здесь белый карманчик. Здесь я собрала, сделала такие складочки. И пришила резинку. Самое лучшее на уши, конечно, это резина. Теперь вернемся к нашему карманчику. Для чего я его сделала? А для того, чтобы мы вложили сюда вот такой вот
будет у нас такая прокладка из стерильного бинта. Ее можно убирать, можно новую делать, вкладывать в середину. Можно сделать тут три слоя, можно сделать четыре слоя потолще. Это уже как получается у нас. Теперь здесь надо его расправить. И у нас получается вот такая защитная маска. Этот бинт можно выбирать, можно его выбрасывать, можно постирать, прогладить, еще раз прогладить и опять его одевать сюда. Вот так, друзья. Такое у меня сегодня новое видео. Бинт я взяла стерильный. Пока я его складывала, вытаскивала, складывала, он уже не стал стерильным, но все равно это лучше, чем какой-то другой бинт. Спасибо за то, что остались со мной до конца. Пишите отзывы, как вам понравился вот такой мой очередное мое видео. До свидания.